Я начинал спортсменом, мастер спорта международного класса по акробатике. 8 лет уже на соревнования поехал. И сольное эквилибрист, воздушная гимнастика. Если люди со стороны смотрят, кажется одно и то же. Люди кувыркаются, переворачиваются через голову и говорят, что, ну, рабочие, это ж похоже. То есть все думают, что это как бы одно и то же. Но если профессионально посмотреть, это абсолютно разные виды. Это все федерация гимнастики, и батут входит в федерацию гимнастики. А у нас, возможно, что на следующей Олимпиаде будут какие-то отдельные виды акробатики. Но я не дождался. В Караганде была перспектива обычная, то есть закончил спорт, пошел учиться в институт, стал тренером, либо что-то. Ну, то есть все настолько все воспринимают. Вот я даже со своей женой познакомился, она говорит, откуда я не родился, где живешь? В Караганде. Серьезно, да, с Караганды. Родился в Караганде, просто уехал уже давно. Я уехал в 17 лет. Я бросил спорт, получается, я уехал из дома, то есть можно делать все, что хочешь. То есть тебя несет во все стороны, еще возраст такой сумасшедший. Вот эту вот дурь всю нужно куда-то, ну, уметь направить, чтобы она не вред, а пользу приносила. Это был, допустим, мой тяжелый период, там, так сказать, курс молодого бойца, когда я попал в цирк непосредственно. Я этим занимался сам. То есть первый контракт я себе за границу сам нашел и так далее. 4 года в Англии проработал. Потом были другие контракты. Швейцария, Америка. То есть, потом занесло сюда. Питер просто вот как-то, я не знаю, чем-то зацепил. Я здесь уже 1.5 года где-то. Много нового. Каждый должен заниматься своим делом. Я считаю, что я занимаюсь своим делом просто. Я в этом профессионал и в этом как бы направлении работаю. Плюс мне это нравится. Просто я как артист хочу чего-то большего. Я люблю кино, честно говоря. Я пересмотрел, довольно-таки смотрю много фильмов. Ну, с чего все начинали, там, 20-е годы, Чарли Чаплин, там еще многие есть комедианты, которые именно были, они были по большой части именно трюкачами. Делали трюки, падали, уркались. Немое кино. И опять же, я начинал с одного, потом стал сольником. Потом пробовал себя в других направлениях, вплоть до того, что выходил подменять клоуна. То есть это уже непосредственно актерская задача. Были гастроли в Минске. Программа называлась «Африка», если мне кажется. Там были приглашенные артисты. Был аттракцион «Сальвани», были приглашенные африканские артисты, именно акробаты и так далее. И ставили новогоднюю сказку. Работал дуэт клоунский. Один из них на репетиции ломает ногу. Ищут ему замену. Его ставят в программу. Он отрабатывает, может, 5-6 представлений и выходит на манеж. Я не знаю, как это говорить. Пьяный. То есть не пьяный, но в ноль. Сразу же, естественно, его снимают и думают, что делать дальше. Спектакль уже запущен. И так как мы общались с другим клоуном, с товарищем, говорит, сын, давай тебя попробуем. Говорит, я не могу с этим работать. Говорит, давай попробуем. И все, мы с ним сели в гримерке. И все это прогнали для себя. Вышли в зал, походили, посмотрели, что как, где, что должен делать. Я успевал, то есть, отработать в какой-то момент свой выход, акробатический воздух. За это время переодеться быстро. Меня там помогали гримировать, быстро костюм и выходил. Таким образом, я отработал где-то 60 представлений. Доверие. Без доверия очень сложно. Ну, наверное, какая-то внутренняя часть сильнее, чем мозгов. Не всегда получается все делать с головой. То есть порыв есть вот как отсюда, да, изнутри, и я не могу как бы его остановить. То есть я сделал, у меня не получилось, я посидел, подумал, не получилось. Но я хотя бы попробовал. То есть я вот так отношусь, что я хотя бы попробовал. Многие люди прям любят, когда их хвалят прям вот. Даже если они знают, что вообще дно. Но им кто-то сказал, что это гениально. То есть вот этот самообман, это хуже всего. Наоборот, хорошо, когда конкуренция есть. Плохо, когда ее нет. Я бы, допустим, себя хотел попробовать во всех жанрах. И в комедийных, и в каких-то серьезных, и в военном фильме. Почему нет? Я всегда пробую что-то новое. Не знаю, вот... Даже в цирке вот есть люди, которые 20 лет могут работать один и тот же жанр. Я сменил жанров, у меня пальцев не хватит.
Нет, я не могу сказать, что все, я всего добился, чего хотел. Нет. Не хватает, но я не знаю. Мне как бы всего хватает, но я всегда иду куда-то. Ну, что-то хочется нового попробовать.